Добрый день, друзья! Я очень рад возможности сказать пару добрых слов о научно-популярном портале «Биомолекула» и том конкурсе, который он проводит. Вообще, популяризация науки – это дело исключительно достойное, и очень хорошо, что есть такие порталы, как «Биомолекула». Популяризируя науку, популяризируя знания, мы делаем наше общество более интеллектуальным. Мы создаем ту почву, в которой наши дети будут расти и развиваться. И нам с ними будет более интересно. И нам самим жить будет более интересно. Вообще, популяризация науки – это не только взращивание новых талантов, взращивание новых инженеров, ученых, людей, которые будут двигать наше общество вперед. Это создание самого общества и качество жизни в нем. Я бы также хотел призвать вас поучаствовать в краудфандинге, который организует портал «Биомолекула». Его сделали, этот портал, обычные люди, обычные ученые, которые ни от кого никаких денег за это не получают. На своем чистом энтузиазме. Реально чистом. Но этим людям также нужно помогать делать эту благородную работу, выполнять эту благородную миссию. И если мы представим себе, что каждый человек в нашей стране скинется по рублю, вот уже будет 150 миллионов рублей. Ну, понятно, что каждый человек по рублю не скинется, поэтому давайте скинемся хотя бы чуть-чуть большей суммой. И поможем этим людям помогать нам. Спасибо.